Солист группы M-Band, недавно успешно сдавший ЕГЭ, уже вовсю окунулся во взрослую жизнь. Даже у звездных детей в школе случаются выпускные, в преддверии которых они понимают: все, детство закончилось. И тут начинается любовь. Участник популярного бойс-бэнда Никита Киоси оказался в эпицентре любовного треугольника на съемках клипа певицы Алексии, дочери известной фигуристки Татьяны Навки. Юнец признался, что недавно испытал подобные проблемы и в реальной жизни, и уже знает, что нужно делать. В любовных треугольниках? Знаете, да. Как ты выходил из него? Недавно. Сражениями, с баталиями. А вот начинающая певица Алексия в любовном треугольнике впервые. И расставить приоритеты ей как истинной девушке оказалось трудно. Как я могу сказать? Они оба очень хорошие. Девчонка красивая, милая, воспитанная. Я думаю, что у нее с этим проблем совсем не будет. Да и съемки клипа, к слову сказать, тоже дебютные. Но на площадке под открытым небом все по-взрослому. Режиссеры, камеры и настоящая актерская игра. Долго ждала как съемок этих. Для меня это первый клип, и волнительно, но очень интересно, как происходит это все. Премьеру нового летнего клипа смотри уже совсем скоро на телеканале РУ-ТВ.